Бульдоги, пудели, овчарки и шнауцеры. И еще десяток породистых собак собрал док-фестиваль, который состоялся в мегапарке. Посетить его мог любой желающий. Супруги Александр и Елизавета – владельцы породистого шарпея. Их питомец Нина – постоянная участница и призер кинологических выставок, и ее хозяева на таком фестивале оказались впервые. Прикольно, что здесь на сцене что-то говорят полезное. То есть мы там посидели, послушали. Вот. Ну да, чаще всего, где мы были, бывали просто как вечеринки, где там бассейны стоят, ну, что-нибудь там такое, что-то продают, да. И все, а здесь как-то с такой вот просветительской цели. Так сказать, людей привлекают, собирают, это приятно. В данной зоне работает кинолог, где можно позаниматься со своей собакой и выучить какие-то новые трюки. Далее мы проходим зону док-бара. Здесь можно попробовать всякие вкусняшки, представленные от известных брендов. А также фотозона, мастер-классы и активности по различным направлениям. Например, канистерапия. Это метод социальной медицинской реабилитации, в которой главную роль играет тактильное взаимодействие человека и собаки. Например, дети, у которых детский церебральный паралич, они очень скованно держат ручки, а когда даешь гладить собаку, они гладят собаку, чувствуют ее тепло, чувствуют шерсть. И от этих прикосновений у них начинают раскрываться ладошки, прям очень заметно. То есть дети, которым долго не могли помочь добиться этого результата, в канистерапии очень быстро к этому приходят. И теперь по команде можно еще раз? А эта кинологическая дисциплина относительно новая. Термин «nose work», если перевести дословно, означает «работа носом». В этом виде собачьего спорта питомцы ищут предметы по запаху. В первую очередь это нужно человеку для того, чтобы он замотивировался заниматься со своей собакой настолько, чтобы перешел на некоторый другой уровень работы со своим питомцем. Эмоциональное взаимодействие с хвостатым другом можно потренировать еще в одной спортивной дисциплине, которая появилась в России совсем недавно. Йога с собачкой помогает наладить связь с людьми и питомцем и растратить ту городскую энергию, которая скапливается у питомцев, а также найти гармонию с собой. Да? Ну а когда взаимосвязь с четвероногим полностью налажена, то самое время поиграть в собачий футбол. По правилам трейбола на собаку можно воздействовать только голосом. По словесным подсказкам хозяйки, этот шнауцер обходит препятствия и доставляет мяч до точки назначения своим носом. Спорт достаточно сложный, потому что, по сути, это управление на расстоянии собакой. То есть на расстоянии 20-30 метров собака должна слушаться человека без непосредственного контакта с человеком. Пока одни питомцы лихо гоняют мяч, осваивая сложный вид спорта, другие внимательно наблюдают за происходящим. Этим хвостатым модникам, например, играть в собачий футбол затруднительно. Головной убор может упасть. Мы очень любим их наряжать. Алекс у нас с улицы, но мы ему решили праздник устроить, мелкому тоже. Этот Микки. Алексу повезло, он обрел хозяев. К слову, на Докфесте любой желающий мог обзавестись четвероногим другом. Ведь помимо домашних питомцев, в фестивале приняли участие и воспитанники 8 химкинских собачьих приютов. По словам организаторов, именно на таких праздниках собаки часто находят себе новых хозяев. Ну а в завершении фестиваля четвероногим участникам приготовили настоящий сюрприз. Торт, который испек кондитер. Правда, он не сладкий, а из куриных сердечек, риса и фарша. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.